Доброе утро! В эфире «Вести Магнитогорск», в студии Галина Кочерова. Пострадавших на дорогах детей летом становится больше. Предоставленные сами себе юные горожане все чаще становятся виновниками ДТП, в которых сами же получают многочисленные переломы. Всего же за 6,5 месяцев 31 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. 14 из них пополнили сводки по собственной неосторожности. Тяжелые черепно-мозговые травмы – это травмы костей черепа, то есть переломы костей черепа, которые, в общем-то, приводят достаточно часто к тяжелым длительным операциям, таким как трепанация черепа, то есть удаление внутричерепных гематом, что, конечно же, последствия этих травм понятно. Чтобы предотвратить дорожную аварию, юным пациентам еще раз напоминают о необходимости знаний правил поведения на проезжей части. Такая работа дает результат. Количество пострадавших, по словам инспекторов, год от года уменьшается. Огнеупорному производству Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 80 лет. История одного из первых подразделений ММК началась в 1931 году. Советская металлургия испытывала острый дефицит огнеупоров. Открытый в магнитке цех обладал самыми передовыми на тот момент технологиями и имел высокую производительность. В новых экономических условиях предприятие является крупнейшим производителем огнеупорной продукции на Южном Урале и входит в пятерку ведущих в стране. Выпускает более 150 наименований изделий. В Челябинской области решили бороться за сохранность лесных угодий с помощью современных технологий. Теперь роль сторожей будут выполнять видеокамеры. Первая из них установлена в Кунашакском районе. Видеолесничий вращается вокруг оси и охватывает пространство в радиусе более 30 километров. Работает и в ночном режиме. Камера реагирует на задымленность, на любое движение, всю информацию передает на основной компьютер. Электронное око помогает защитить лес от незаконной вырубки, браконьеров, стихийных бедствий. В перспективе планируется создать целую видеосеть с диспетчерской службой. Танцевальный коллектив «Classic Star» завоевал серебряные медали чемпионата Европы по чирлидингу, который завершился в Словении. Лишь несколько баллов отделили наших девушек от победы, отличились юниоры. Они и технические элементы выполнили отлично, и с волнением справились. Самое сложное – это была девочка-флайер. Она у нас ездила первый раз на такие соревнования, на европейские. Это справиться ей с психологической вот этой вот проблемой. Как бы трудно, когда она увидела, сколько команд, когда она увидела уровень подготовки. Ну и как бы волнительно представлять страну. Номер, с которым коллектив выступал в Словении, проходил обкатку в течение всего сезона. Техническое исполнение судьи признали безукоризненным, но за сложность больше баллов получила финская команда. На следующем чемпионате Европы магнитогорские девушки вновь планируют бороться за золото. В связи с внеплановыми профилактическими работами на телевизионной башне сегодня с 10 до 17 часов будет прекращена трансляция телевизионных программ. Если работы завершат раньше, то возможно и возобновление трансляции программ ранее запланированного графика. Далее информация Центральной диспетчерской службы. С 8.30 до 14 прекратится подача горячей воды в домах по улице Советской, по проспекту Карла Маркса и улице Урицкого. С 8.30 до 17 не будет холодной воды в ряде домов по улице Оранжерейной и улице Советской. С 9 до 16 планируется включение электроэнергии в домах по улице Болотникова, Тимирязева и Белинского. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь. И добрых вестей! Синоптики прогнозируют, в Кишан-Кинуазе сегодня 23-25 градусов выше 0. В Кизельском до 26 градусов со знаком «плюс». Верхнеуральский столбик термометра поднимется до 25 градусов. И в Магнитогорске кратковременный дождь и около 25 градусов выше 0.